Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по поводу», в студии Сергей Чупыра. Сегодня моя собеседница Татьяна Хазиахметова, председатель комитета по культуре и спорту. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна. Добрый день. Татьяна Леонидовна, как изменилась работа возглавляемого вами комитета с включением в вашу юрисдикцию учреждений спорта? Конечно, очень сильно изменилась работа, потому что сфера спорта очень большая, объемная, не меньше, чем культура. Поэтому для нас это все новое, интересное. Ну, разбираемся, учимся, очень помогают руководители спорта и работники спорта. То есть я думаю, что мы совместными усилиями с этим вопросом справимся. И будем работать хорошо, достойно и с хорошими показателями. Какие, на ваш взгляд, изменения могут быть внесены в работу вот этих спортивных учреждений или дополнения? Когда учреждения спорта и культуры находятся в одном ведомстве, вот на самом деле легче работать в плане того, что проведение совместных мероприятий, легче уже работать, когда один руководитель идет, когда друг другу помогают, друг другу поддерживают одно ведомство. Ну и чисто в человеческом, наверное, плане, когда мы собираемся, постоянно у нас планерки, постоянно помогаем друг другу, делимся своими трудностями, победами. Татьяна Леонидовна, давайте напомним нашим телезрителям о том, что возглавляемый вами комитет сделал за первые полгода текущего года. Какие были проведены мероприятия, праздники? Ну, наверное, чуть-чуть подправлю. Я отдельно комитет не рассматриваю от учреждений культуры и сейчас уже спорта. Отдельно комитет не может работать без наших подведомственных, поэтому мы все вместе, мы одним кулачком, мы все вместе работаем и творим и делаем свои мероприятия. Если сказать о первом полугодии 2017 года, то, наверное, самые яркие, вообще мероприятий очень много. И они, на мой взгляд, проходят все интереснее, находятся какие-то новые пути и новые мероприятия у нас проходят. Из самых ярких, наверное, стабильный, это фестиваль-конкурс «Божий дар». Он в этом году у нас прошел в двух населенных пунктах, в Игриме и в Березово. Участников у нас в два раза больше. Если в прошлом году было чуть меньше 200 человек, то в этом году более 340 человек. И, естественно, то, что охват у нас и Игрим, и Береза двух городских поселений. И, конечно, участников приехало больше, потому что связано с перевозкой и так далее, с командировочными. Здесь у нас получился очень большой, интересный, объемный фестиваль. Ну, также, наверное, стабильные наши фестивали, посвященные Дню Победы, это в Березово фестиваль «Катюша», в Игриме это фестиваль «Красной маки», в Саранпауле фестиваль «Салют Победы», который пользуется популярностью, где у нас принимают участие и трудовые коллективы, и ну, различные номинации в этих фестивалях, то есть очень активно участвуют там и спектакли, и вокальное творчество показывают, и стихотворное творчество. В общем, народ у нас очень талантливый, и все свое творчество, вот они, все свои желания, и вот этот патриотизм они показывают на сцене. Из крупных, наверное, что еще? Саранпаульская школа искусств у нас проводила межрегиональный семинар «Практикум. Музыка Севера в мегакультурном социуме». Мы проводили это первый раз. Вся Саранпаульская школа приехала у нас в Березово. И проводили мастер-классы, уроки, открытые занятия были, концертные выступления, спектакль они показали силами своей школы. Участники тоже были разнообразные, приехали у нас со всего Березовского района, с Ямала приехали гости. Знаете, было удивительно, когда простой человек, простой работник, ну, простой человек вот с улицы пришел и захотел научиться играть на санкл-тапе. И вот за 5 дней вот этого семинара он научился и такие вот начальные азы освоил. И в заключении этого семинара на заключительном концерте вышел, выступил, показал, чему он научился. То есть вот такое творчество, оно, наверное, имеет место быть. Народу это нравится, народу это нужно. Я думаю, что мы будем продолжать расширять географию этого семинара. По спорту, наверное, я отмечу, что у нас прошла 13-я спартакиада трудовых коллективов. У нас в этом году прошли сдачи норм ГТО буквально вот недавно. В Березово мы планируем по осени провести его в Игриме.
Также прошел мини-футбол на кубок Мальцева. В Игриме он у нас проходил. Ну, и знаете, у нас очень много массовых мероприятий, спортивных, и культурных, концертных. И вот День защиты детей, День России прошел. У нас коллективы стали приезжать и выезжать друг к другу. Потом хочется сказать, знаете, очень много у нас юбилейных мероприятий в этом году было. 4 школы искусств в Березе у нас находятся, и все 4 с такими интересными датами, с пятерками. 15 лет у нас было Хулимсунской школе искусств, 25 лет Саранпаульской школе искусств, 45 лет Игримской школе искусств и 55 лет Березовской школе искусств. Вот все 4 школы в этом году провели свои юбилейные мероприятия. Также юбилеи прошли у нас в домах культуры, в сельских клубах. Это 85 лет было Пугарам, сельскому клубу, Устрёмскому сельскому клубу 85 лет, Тегинскому сельскому клубу 75 лет исполнилось, Никсимвольскому сельскому клубу 50 лет, Игримскому сельскому дому культуры 50 лет исполнилось. Вот такие вот круглые даты. Также поселение Светлое у нас отпраздновало свое 50-летие. Ну и, конечно же, намечается у нас несколько таких тоже ярких мероприятий. Это в августе месяце у нас будет 175 лет селу Саранпауль. В декабре 40 лет поселению Приполярной. И, наверное, еще скажу, что у нас в ноябре месяце исполнится 25 лет детско-юношеской спортивной школе. Вот в связи с этим я бы хотел задать вам еще один вопрос. Чем удивлять будете, кроме вот этих юбилейных дат, какими фестивалями, концертами, праздничными мероприятиями, что подготовлено, что в задумках, о чем можете рассказать, о чем пока не можете рассказать? Поделитесь. Ну, долгосрочные планы, наверное, я не буду озвучивать, как дни поселка, дни села, юбилейные, хотя уже подготовка идет. Если у нас получится, мы, конечно, привезем и артистов с округа, есть такая договоренность, но это дело времени. О близлежащих планах я хочу сказать, что у нас в субботу 8 числа пройдет День рыбака в городском поселении Березово. Я хочу сказать, что оно пройдет во всех населенных пунктах Березовского района 8 и 9 числа. День Нептуна, День рыбака, кто как его называет. По Березово немножко, может быть, остановлюсь, потому что я думаю, что людям интересно. И, да, конечно, приглашу людей, приглашаю принять участие, активное участие, и отдохнуть, и поучаствовать в этих мероприятиях. В 10 часов у нас начало старта первого конкурса на лучший улов рыбы. Он будет проходить у нас на причале, в сторону причала. Тоже приглашаем всех желающих. Начало в 10 часов. В 12 часов там же, на этом же месте, у нас будет конкурс на катамаранах. Тоже команды приглашаем к участию. Оно проходит очень весело, очень интересно, забавно. Ну и такие есть очень сильные команды. А есть команды, которые показывают артистичность свою. Тоже такие есть. И с 2 часов все мероприятие у нас будет проходить на площади. Это конкурс на лучшую копченую рыбу, конкурс на лучшую варку ухи, хороша ушица наша. Хочу сказать, что главным спонсором у нас будет выступать общество с ограниченной ответственностью СИП-рыба. Поэтому им большое спасибо за помощь в проведении этого мероприятия. Ну и, конечно, для детей мы делаем игровую программу. Все связано с рыбой, с рыбалкой, с ухой. Надеемся, что людям понравится. Погода обещает быть хорошей, так что приглашаем всех жителей и гостей Березово. Татьяна Леонидовна, давайте напомним нашим телезрителям, как, кто будет участвовать, как люди должны или должны будут записываться на эти соревнования, командами заявляться, либо по одному. Все требования, все конкурсы везде у нас выставлены и на сайте Березовского района, и на сайтах учреждений у нас ответственные за это мероприятие «Звездный». Поэтому все заявки можно подавать в «Звездный». Везде афиши расклеены по всему Березово. Телефоны есть, с кем связываться. Можно просто прийти в «Звездный» и подать свою заявку. Ну, еще ближайшие праздники у нас связаны с датами рождения поселка и района. Как-то можете рассказать немножко вкратце, что предполагается? У нас сначала 23 августа будет День российского флага проводиться. И потом
26 августа день села Саранпауль, 175 лет исполняется село Саранпауль. Тоже уже начинаем подготовку и концертную, и творческую программу готовим, и спортивные соревнования уже подготовка идет. И Березово, дату мы еще пока не определили, предварительно первая суббота сентября. Тоже начинаем уже свою концертную программу, интересную, надеемся, для народу, игровую будем делать программу, поэтому ближе к сентябрю. Татьяна Леонидовна, вот несколько лет тому назад проводился такой фестиваль «Дружба». Планируете ли вы в перспективе проводить этот фестиваль, возродить его? Потому что на протяжении нескольких лет его в поселке не было. Он очень нравился, был необычным, там объединялись, показывали свое искусство кулинарное и творческое, диаспоры проживающих народов в поселении Березово. Последний раз «Дружба» у нас проводилась в 2013 году. Да, это интересное, яркое мероприятие. В прошлом году мы немножко такое подобие сделали этой «Дружбы». 22 мая у нас был праздник, такой праздник весны. И в этом году на День защиты, на День России, на 12 июня, мы тоже сделали такой праздник с элементами национальности. Там были представлены несколько национальностей, тоже, конечно, не блюда, но именно творчество, именно костюмы, именно песни, танцы национальные были представлены. Конечно, по возможности хотелось бы возродить, может быть, немножко видоизменить, расширить этот праздник. Я думаю, что мы на следующий год его будем планировать. Да, вам будут очень благодарны многие жители, потому что этот праздник вспоминают до сих пор, как он проводился в предыдущие годы. Будем стараться. Ну и в заключение нашей небольшой беседы, что бы вы хотели сказать или пожелать нашим телезрителям? Хочется нашим жителям Березовского района, гостям, пожелать активности, наверное, в участии, потому что все наши работники культуры, будь это работники домов культуры, сельских клубов, библиотек, музеев, школ искусств, то есть различные сферы, стараются проводить для жителей интересные мероприятия. И, на мой взгляд, они все интереснее и интереснее проходят. Немножко пассивность жителей вносит такой элемент, ну, знаете, когда готовишь мероприятие, и когда приходишь и не видишь, что ты востребован, ну, руки не опускаются, мы, конечно, работаем, но хочется быть нужным людям, хочется как-то показать то творчество и то, что мы можем. Поэтому приглашаем всех жителей на наши мероприятия, быть активными, не сидеть дома, выходить в люди и радоваться, и веселиться вместе со всеми друзьями, близкими, с людьми. А мы, в свою очередь, работники АТВ «Березово», обещаем вам присутствовать тоже на всех ваших мероприятиях, их снимать и показывать в эфире, спасибо, в сюжетах большое. Или в программах. Спасибо большое. Спасибо. Мы вас всегда ждем. Спасибо вам, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего вам доброго. И я с вами на этом прощаюсь, уважаемые телезрители. До новых встреч.